протягиваем зачитывать прозвище репрессованных. Лапкович Федор Степанович, белорус, селян. Селянин. Осужден в 1938 году тройкой за антисоветскую агитацию до высшей меры покарания. Расстрелян в Менской тюрьме в 1938 году. Лапкович Ядвига Григоровна, полька, селян. Селянка. Осужденная в 1933 году тройкой за подпал колгасной побудовы. На 3 года высылки в Казахстан. Лободзевский Григор Константинович, белорус, рабочий, беспрацовный в городе Борисов. Осужденный 2.12.1937 тройкой за контрреволюционную агитацию. Мы, ниже подписавшиеся граждане Республики Беларусь, обращаемся к правительству Республики Беларусь по следующим вопросам. Мы решили звернуться до нашего уряду изнову на конт Дня памяти ахвяру политических репрессий. То боком 29 кастрычника было официальным днем памяти ахвяру политических репрессий. На великий жаль, наша улада покуль молчить. И мы вырашили, что месяц, каждый месяц 29 числа досылать ей вот эти звороты, которые мы сегодня зачитали, и чекать, да ей отказ. Твое володарство, слава на веки вечные.